10 марта в итальянском ресторане «La Prima» шумно и весело отпраздновал 50-летие легендарный и вечно молодой виджей телеканала MTV Александр Анатольевич. Добрый вечер, спасибо, что приехали. Сегодня происходит совершенно невероятное событие. Анатольевичу 2 раза по 25. Он позитивный, глубоко интеллигентный, наполнен энергией. Он все время пробует новые грани. Вот сегодня он будет выступать вместе со своей группой, где он является солистом, где выступает его сын. Весь вечер я пыталась узнать секрет его молодости у друзей, которые собрались в тот вечер, а их было немало. Это и Андрей Григорьев Аполлонов, Екатерина Одинцова, Василий Стрельников, Город 312, Яна Чурикова, Александр Добровинский, Илья Зудин, Ирина Ортман, Леся Ярославская, Доминик Джокер, Юлия Беретта и многие другие. Ответы и догадки по поводу молодости Александра Анатольевича были неожиданными. А Яна Чурикова вообще предположила, что Анатольевич спит в холодильнике. Про таких, как ты, чувак, говорят, что ты спишь в холодильнике, чувак. Уже на протяжении многих десятков лет я слышу восторженные: «Яна, а ты знаешь Александра Анатольевича лично?» Я честно могу сказать, что он молод. В свое время он пришел в паспортный стол, дал взятку, и ему набавили года, чтобы нравился девушкам. Все знают, что он весь день спит. Его труд направлен на то, чтобы дарить людям хорошее настроение, радость. Мне кажется, от того, что он в общем такой очень хорош, от этого, собственно, и жизнь у него совершенно другая. Он стареет меньше, в нем злобы меньше. Мне кажется, он пьет кровь молодых бычков. Просто он в гармонии с собой живет. У него морщин меньше, чем у меня, черт побери. Что ты делаешь с собой? Я думаю, что у него бабушка колдунья, добрая колдунья. Она наложила на него доброе заклятие, не старин называется. Вот сколько его знаю, каждым годом все лучше и лучше. Яна сказала, что, возможно, он спит в холодильнике. Может быть, это и правда. Он слишком хорошо выглядит для такой цифры. Так держать. Чтобы порадовать Александра, в этот вечер друзья устроили целый концерт. Эффектной кульминацией вечера стал огромный торт с надписью «Анатольевичу 50» со свечами и фейерверками, который именинник с нескрываемым удовольствием задул. В общем, знаете, я пришла с какой целью? Я хочу узнать секрет вашей молодости. Я не знаю. Я хочу повторить ваш подвиг. Ну, если бы я знал секрет, я бы уже открыл давно серьезный бизнес. У меня были бы дочерние компании. Ох, я даже не представляю размах. Но этот секрет, по-моему, не существует так же, как вечный двигатель. Хотя одно исключение есть. Вечный двигатель – это я. Но как он устроен, я не могу сказать. Просто не знаю. Сашенька, я тебе хочу пожелать не меняться, а оставаться таким, какой ты есть, веселым, зажигалкой вот таким вот. Будь всегда счастлив, здоров и чаще звони. Сань, ни в коем случае не взрослей, ни в коем случае. Да, в принципе, этого можно не желать. Но музы тебе, постоянные музы и любви. Друзья во всем помогут, для этого нужны друзья. С днем рождения! От себя лично желаю, чтобы загаданная заветная мечта непременно сбылась. Ведь вы этого достойны, Александр Анатольевич.